Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Со мной сегодня мои сыновья Никита и Вадим. Всем привет! Сегодня мы собрались, чтобы сделать просто нереально крутой ролик. И перед началом у меня к тебе будет нереально сложный челлендж. Попробуй успеть за 3 секунды поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Раз, два, три. Приятного просмотра. В общем, у нас снова рубрика «Нубы против про», но да. Бравлеров вместо нас сегодня будет выбирать рулетка. Вообще, мы не будем знать, за кого мы играем. Единственное, что мы сможем выбрать, это режим, в который пойдем. Это будет либо захват кристаллов, либо броубол, либо ограбление. Потому что мы не знаем, за кого мы пойдемся. За кого, Никита, хотел бы ты сыграть? Если тебе... За Шелли. Я бы хотел реально за Леона. А ты за кого? За Ворона. За Ворона? Ну, нет, у Леона мало жизней, когда горят, Пайпер можно... Да Леон крутяцкий. Крутяцкий мы затащим, если он выпадет. Он не сильный. И, кстати, играть мы будем на 500 кубках, потому что я буду играть со основного аккаунта, значит, мы будем играть против 500. Рулеточка запущена. На рулетке 33 бравлера. Итак, кому первому мы будем крутить рулетку? Мне. Никите. Никите. Все, готово. Я нажимаю. Все, готовы? Да. Поехали. Рулетка полетела, и сейчас узнаем, за кого будет играть Никита сегодня. И это у нас кто? Тара, Джин, Макс, Мистер Пи, серьезно, Спайк и Вор. Спайк! Да. Ты играешь за Спайка сегодня. Да. Выбирай сразу Спайка. Так, дальше крутим, наверное, мне или тебе, Вадька? Тебе. Кого? Мне, так, теперь следующий бравлер мне. Я с кином. Все, ты со скином, ты выбрал Спайка, теперь рулетка выбирает бравлера мне. Фух, дай мне тоже Легу, дай 8-бита, дай мне... Ну только не Барли, серьезно, капец, я не хочу играть за Барли. Ну ладно, ну... Ну Барли так Барли, понимаешь, рулетка решила, так, давай, Вадиму. Ах ты тупая рулетка! Нормальная рулетка. Все, теперь Вадиму. Решает, кем так. Будет играть Вадим. Тоже Барли, Пока, Роза. Не, ну Роза нормально. Роза окей, нормально. Ну, так, посилка на нее. Возвращаемся в игру. Лучше бы я. Так, они уже выбрали. Никита взял себе Спайка, Вадька взял себе Розу. Да. Я должен взять себе дурацкого Барли, которым... Ну, я не хотел сегодня играть. У меня тоже две пассивки пассивочку, на Барли. Пассивочку я беру себе на урон. Так, смотри, у нас, получается, есть Лего, у нас есть хороший танк, и у нас есть, который чувак будет забрасывать. Это возможно, танк. Ограбление? Ограбление. Барли подходит к ограблению классно, Роза тоже подходит. Ну и Спайк будет именно убивать. Ты, твоя задача, Никита, идти и просто валить чуваков. Валить чуваков. Моя задача... Моя задача... Кого ты будешь кидать? Шипы, что ли? Это я буду кидать. Моя задача просто закидывать их базу. Кстати, у них тоже Спайк. Нифига себе, у них тоже Спайк. Круто, круто, круто. Да, я уже пошел их базу немножко начал выносить. Так, Никита, отбивайся. Ты тоже... Никита пошел на базу. Тихо. Спайк возвращается. Нормально. Какой Барли? Ты посмотри на проценты. Ты должен отбиваться, Вадька. Ты должен отбиваться. Ты должен быть на защите базы. Если у тебя... У нас не получается... Никита завалили. Никита завалили. Нормально все. Меня завалили. Барли, спасибо. 27%! 27% осталось. Ничего. Блин, у них Барли набрал... Сейчас. У них Барли набрал ульт. Я сейчас сдохну. Так. Я убил Барли. Меня сейчас убьют. Нет, давай, Вадька, ты там, ты напал на их базу? Да. Так. Саша, меня убили, ножки. Давай. Да! Ух, красиво. Yes, да. Затащили кадочку. Ну, потому что мы выбрали, понимаешь, если бы... Почему ты звездный был? Я много урона нанес их сейфу, понимаешь? Я очень много нанес урона их сейфу, поэтому я и выиграл. Слушай, мы за этих бравлеров еще раз поиграем? Или будем опять рулетку играть? Снова крутим. Давай еще разочек попробуем сыграем. Да, давай. Давай, наверное... карточки рулетку будем. Давай, вот только не у броубол, потому что Барли это точно не у броубол. Давай захват кристаллов, разочек. Погнали, погнали. Нет, рулетку. А после этого рулетку. Давай, второй раз мы сыграем, после этого мы забахаем рулетку. И, возможно, нам дадут бравлеров, которые подойдут к броуболу. Ну, ваши подходят к броуболу. Мой бравлер никак не подходит к броуболу, вообще никаким образом. Да. Так, против нас играет Макс, Бул и кто-то еще, я не заметил. Брок. Так, я сразу набрасываю.
я сразу набрасываю. Так, Вадька танкует. Я Гимас забрал. Так, Гимас забрал, молодец. Никиту вынесли. Я там потихоньку набрас. Так, тихо. Уходи, уходи, уходи. Блин. Тебя убили. Да, ты в курсе, да, тебя убили? Да, я в курсе. Никита опять умер. Я чувствую, что мы проиграли. Я ничего сделать не могу, понимаешь им? У меня дальности не хватает, они очень далеко бьют. Меня и Макс достает, меня этот дурацкий Брок добивает просто расстоянием. Так, тихо, Никита, уходи. Ну что ты стоишь, там же пацаны слишком шустрые. Тихо. Так, я просто закидал их кокулетами. Так, тихо, здесь скорее всего сидит в кустах кто-то. Попал, 2-5. Ну, у нас пока, ну мы не проиграли еще. Я кого-то, кого-то вынесли, тебя выносят. Тебя выносят. Я просто весь центр забрасываю. Что такое? Булки. У них 8 кип. Давай. Була. Вадька, влетай. Забирай гемасы. О, капец. Молодец. Я что чувствую, что мы... Из-за меня. Из-за тебя. Да все, не ругайтесь, сейчас мы подеремся. Если ты не умирал, чего бы не было. Все. Это минус кубки. Тебя. Ну, как говорится, мы кубки набили, мы кубки проиграли. Ну, тут у нас сложно, в принципе, игра. Ну, блин, я Барли, я Барли ничего не смог здесь сделать. Я старался, пытался тащить. Посмотри, сколько у них кубков. 605, 603, 590. У нас даже близко такого нету. Это какая-то фигня, серьезно. А давайте посмотрим, против кого мы играли перед этим. Ограбление. Давай посмотрим, просто против каких чуваков мы играли. 548, 546. Офигеть. Итак, рулеточка снова на экране. В этот раз кому первым выбираем бравлера? Мне. Снова тебе. Окей, ты готов? Угу. Перевыбора нельзя, то есть то, что выпадет, тем и играешь. Ты не имеешь права отказываться. Хоть выпадет самый плохой бравлер, который ты ненавидишь, ты будешь за него играть. И тебе выпадает... Бо? Тебе выпадает Тик. Тебе выпадает Тик. Почти 8 бит выпал. У тебя 8 бит, кстати, есть, Никит? Так, Никите выпадает Тик. Дальше, наверное, давай тебе, Вадим. Мне, кстати, нравится Тик. Тебе нравится Тик? Да, Тик. Так, теперь Вадиму, потом мне будет, потом мне рулеточка подкинь. Другой играл, и нас... Он только не бесил. Пэм. Или Фрэнк. Фрэнк. Нормально. Кстати, неплохой набор для броубола пока что получается. Никита забрасывает кокулетами, ты танкуешь, и теперь мне. Вот теперь главное, не какой-то там Барли. Только не опять. Только не Барли, честно. Барли хорошо играть вот именно в сейф. Брок, Динам... Да ну ладно, блин, это... Капец, у нас не получится у броубол. Это просто какой-то ядерный набор. То Барли, опять метатель, опять метатель Динамайк. Блин, у меня одни метатели выпадают. Кстати, у тебя тоже метатель был. Так, где мой дурацкий Динамайк? Я, кстати, давно не играл за Динамайка. Где он? Я его не вижу. Подожди. Внизу был. Я что-то не могу. Где? Еще ниже. Где? Вот он, Динамайк. Так, выбирай на полеты. Да я не буду пользоваться в любом случае. Так, Динамайка я взял, вот такой вот у меня красивый. Ну что, захват кристаллов? Броубол. Броубол? Ну мы же сольемся. Ты же в курсе? Давайте мы попробуем броубол, попробуем захват кристаллов. Давай. Жми, уже готовы. Готово, поехали, мы броубол. Я не знаю, что это будет за дуристика. Ты, короче, должен забивать, мы будем забрасывать. Ну, конечно, все будем пытаться. О боже, у них 3 танка. Офигеть. Сразу накидываем кокулет. Накидываем кокулеточек. Меня убили? Меня нет, меня не убили, но сейчас убьют. Так, погоди. Ой, пацаны, нам... Нет, у них 3 танка, мы ничего не можем сделать. Я не дойду, блин. А тебя убили, Вадька? Они вырвались просто из стана. Блин, да мяч! Так, броубол не для нас. Броубол точно не для нас. Давайте лучше сыграем в сейф еще разочек. Да. Вот это более реально, серьезно. Вадька танкует, мы сейчас будем просто забрасывать. Танкуем. Кто танкует? Мы. Ты должен убивать, атаковать. Барли, Рика, да, у них классная команда, кстати. У них именно для сейфа просто топовая команда. Так, забрасываем, так. Так. Я сейчас убью, ты даже урона не нанес. Почему ты нанес урон? Я нанес урон.
Блин. Я только одну бомбу успел кинуть. Никит, давай, Вадим, врывайся. У них мощные ребята, конечно, нас вынесли просто как нубасиков каких-то. Может, давайте еще раз, разочек рулетку. Давай. Да, неудачно. Что-то у нас вообще, сборка какая-то странная. Ну что, как говорится, Бог любит троицу. Третий раз крутим рулетку, только теперь крутим поначалу Вадиму. Давай, сейчас вот три леги. Второму кого? Мне, наверное, да? В конце тебе, да, Никит? Все, второй теперь буду я. Я не хочу быть в конце. Итак, Вадиму выпадает Мистер Пи. Неплохо. Да, Мистер Пи. Неплохо. Так, сразу крутим мне рулеточку. Так, Мистер Пи, это хорошо, кстати. У тебя он прокачан? Неплохо прокачан? Четвертая сила. Ну, пойдет. Ну, не сильно хорошо, конечно, но басик. Только не Пайпер. Пэм. Круто. Это мощь, это прям жесть. Так, и теперь Никите. Готовы? Да. Крутим третий раз. Теперь у нас будет Никите. Посмотрим, кто же выпадет Никитосу. Давай, что-то мощное, крутое. Так, Фрэнк Биби. Кстати, ты любишь играть за... А, Бия. Бия выпадает. Нормально? Все, круто, возвращаемся в игру. Так, Вадька уже взял себе Мистер Пи, Никита взял себе Бия. Я должен взять себе, если не ошибаюсь... Пэмку. Ну-ка, где наша толстушка Пэмка? Да, так, давай на хилочку. Не-не-не, нормально, на хилочку будь рядом хилиться. Вот теперь можно сходить в броубольчик, в принципе, пытаться. Я не знаю, получится у нас или нет, но можно сходить. Либо, если не в броубол, то мы сходим потом в захват кристаллов, потому что эта команда не для осады у нас, но для захвата пойдет. Так, начинаем наваливать. О, у них пацаны дерзкие, смотри, у них там Мортисы, нормально, так, смотри, Мортис, вынесли Мортиса, выбегай, оп, у меня тоже мало, Никита, аккуратно, пробивай, давай, красиво пробил, аккуратно, главное, чтобы не ультанул в тебя, у него ульта заряжена, может бахнуть так, что капец нам будет, так, куда тебя, Мортис напал, капец, Мортис, стой, я Мортиса вынес, так, подожди, там Эль Прима. Эль Прима, они снесли нам забор. Все, мы снесли им Эль Прима. Так, тихонько. Так, я нападаю, я поставил ульт. Я убил. Блин, смотри, 200 хп у Фрэнка дурацкого осталось. Капец, у них мощный, у них реально мощная команда. Мне кажется, какие-то, они реально собраны, ребята. То есть это не рандомы. Это какие-то собранные ребята. Но смотри, мы вроде бы нормально как бы с ними тут болтаем. Так, Фрэнка я практически убил. Быстренько снесли Мортиса. Так, летит ко мне Эль Прима. Эль Прима прилетел. Я пытаюсь пройти. Мячик ударил, но я не забил. Блин, Блин, вообще там мячик был прямо на этом. Прямо на их вот этой полосе. Так, я, пацаны, не умирайте. Никита убил Эль Прима. Вадька живой. Так, подожди, нет, подожди. Я убил Эль Прима. Тихо. Так, блин. Я словил мяч. Нормально. Разносите пацанов. Я по Фрэнку никогда не попаду. Так. Не попадаю в свои. Нормально. Попадаем. Килимся, ставим ульт. Вадька, аккуратно, давай, я иду. Тихо, там Фрэнк, там жестко Фрэнк, Никита наваливает Фрэнку. Давай, врываемся. Я не донес чуть-чуть, блин, они... Эль Прима не вовремя рыснулся, блин, вот это заруба жестко. Так, не пропустите, он очень шустрый, может забить в любой момент. Уходи, ты с мячом, Никита. Ой, Вадим, ты с мячом. Я вынес. Так, красиво, давай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас пропадет забор. Бей, сейчас ворот, подожди, заходи. Что ты сделал? Вот это красиво было. А я же сказал тебе бей, потому что сейчас пропадет забор. Ты сказал не бей. Я потом говорю не бей, потому что время еще секунда оставалось. Фух, ну это было красиво, мы затащили. Вот это было мощно. Вот это красиво. Круто. Я думаю, ну, на такой нотке можно, в принципе, закончить. Мы справились с ребятами вообще просто на ура. Вам понравилось, Вадь? Да. Никит, тебе понравилось? Да. Ребята, если вы хотите больше таких видосиков, набирайте как можно больше лайков. И мы с сыновьями будем просто пытаться тащить нубы против про. На сегодня заканчиваем. С вами был, как всегда, Робзи, Никита и Вадим.
Всем хорошего настроения и всем пока. Всем пока!